Всем привет! Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей свое хорошее настроение. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Рукописная история. В КФУ проходит летняя школа по древним источникам. Кровавый сюжет или о том, как студенты КФУ сдавали кровь. Человечество знает немало примеров, когда в небытие уходят языки и даже целые народы. Причина этого – элементарное незнание своих культур и истории. И лучшая профилактика такого варианта апокалипсиса – знакомство со своими корнями. Отличный шанс сделать это выпал участникам летней школы по рукописным и старопечатным источникам, которая проходит в эти дни в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ. С первого взгляда это самая обыкновенная лекция. Студенты сидят за партами, лектор увлеченно о чем-то рассказывает, вроде даже есть вопросы. Но одно существенное отличие все же есть. Здесь абсолютно точно нет случайных людей. Каждый из них знает, почему он здесь и что хочет получить. А всех вместе их объединяет твердое желание добраться до самых потаенных уголков истории своих семей и народов. И летняя школа по рукописным и старопечатным источникам делает это вполне реальным. То старо-татарские или так называемые поволжские тюрки, османские, будь то арабские, будь то персидские, наши предки, которые проживали на территории Поволжья и вообще в Волго-Уральском регионе, прекрасно владели каждым из этих языков. Соответственно, сегодня, к сожалению, это наследие фактически утеряно, потому что специалистов, которые способны познакомиться с этими материалами именно в таком первозданном виде, очень мало. Поэтому наша школа преследовала в первую очередь именно такую цель. К слову, возможность прикоснуться к древним рукописям заинтересовала не только историков. Среди слушателей школы есть и филологи, и лингвисты, и востоковеды, и просто те, кому не безразлична история. В данный момент мое исследование связано с ранними газетами казахскими начала 20 века, которые писались, соответственно, на арабской графике. И когда я узнал об этой летней школе, как раз-таки, которая посвящена арабографическим манускриптам, а также печатным изданиям, то есть у меня появился большой интерес к этой школе. В этой школе нас обучали, как правильно разбирать персидские рукописи, и для меня это очень как бы, большой вклад в мою научную работу и в том, что я становлюсь в совершении своей работы. Возрождение наследия татарского, это культура и наследие, она очень важна для того, чтобы сохранить и обогатить культуру современного татарина, татарские традиции, вот именно. Летняя школа продлится до 10 июня. За оставшиеся дни организаторы планируют посетить еще несколько архивов, где хранятся древние арабские рукописи. И, конечно же, побывать в исторических местах Казани. Александр Александров, Ленардо Давлетьяров, Универньюз. Осталось немного времени до того момента, как бывшие одиннадцатиклассники пойдут в университет с документами в руках. Каждый абитуриент стоит перед важным выбором. Возможно, следующий сюжет поможет разобраться в выборе вуза. Высшая школа ИТИС – это подготовка высококвалифицированных кадров, повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников предприятий в области информационных технологий. Директор высшей школы Айрат Хасьянов в программе «Прием КФУ-2016» рассказал об основных трех преимуществах института. Я могу коротко сказать, что основных преимуществ три. Это, во-первых, практикоориентированность наших образовательных программ. Мы очень плотно работаем с индустрией информационных технологий, как представленной в нашем регионе, так и в России, вообще и в мире. А второе существенное преимущество – это наши образовательные программы. Мы их регулярно обновляем, и в рамках одного стандарта образовательного мы предоставляем порядка 20 треков. Ну и третье наше преимущество – это Казанский федеральный университет. Это один из лучших университетов России, по моему мнению, лучший университет России. И мы можем дать в университете прекрасный фундамент как в области математики, так и в области программирования, алгоритмирования, структур данных. И на всех базовых курсах мы полагаемся на лучшие кадры, которые в университете есть. ИТИС также славится тем, что сюда поступают самые умные абитуриенты. В этом году ИТИС стал первым по набору 100-бальников ЕГЭ. То есть, поступив в Высшую школу информационных технологий, студент находится в компании очень сильных студентов, что является дополнительной мотивацией для учебы. Также нужно отметить, что в этом году в ИТИС появится новое направление по программной инженерии. У нас самое большое изменение в 2016 году – это то, что прием теперь у нас будет осуществляться на направление программной инженерии.
Прежде мы принимали на прикладную информатику, но государственный стандарт программной инженерии в большей степени соответствует тому, чем мы занимаемся. По сути, высшая школа ИТИС — это именно институт, который занимается программной инженерией. Это наша суть. Соответственно, мы сейчас вот, и в документальном плане полностью соответствуем нашей сути. Конкурс на место в Высшую школу информационных технологий составляет приблизительно 5-6 человек. Более подробную информацию о поступлении можешь узнать в программе «Прием КФУ-2016» на сайте КФУ или по номеру приемной комиссии. Желаем успехов в поступлении. Аделя Валеева, Ильшат Хусаенов, Универньюз. 7 июня Казанский университет посетила делегация из Сарова, гости среди которых были сотрудники Российского федерального ядерного центра Всероссийской НИИ экспериментальной физики и научно-исследовательского института системных исследований. Встретились с представителями нашей «Альма-Матер». На встрече делегации из города Сарова с представителями КФУ гости первым делом отметили, что сотрудничество между сторонами уже дает плоды. К примеру, успешно реализован проект по созданию суперкомпьютеров. Специалисты Казанского университета принимали участие в президентской программе по разработке отечественного суперкомпьютерного программного обеспечения. В результате был разработан программный комплекс «Нимфа» для решения задач по моделированию загрязнения подземных и поверхностных вод, а также моделирования разработки нефтяных и газовых месторождений. Представители Сарова уверены, что дальнейшее совместное развитие будет не менее продуктивным. Нам интересно также взаимодействие с учеными и специалистами Казанского университета, с институтами Казанского университета, ну, по целому ряду направлений. Это и физические науки, это и математические наши направления. Ну и вот я уже говорил, суперкомпьютерные информационные технологии, которые сегодня активно развиваются. Спасибо вам большое. Самые яркие новости Рунета ты узнаешь в нашей постоянной рубрике «Веб-ньюс». Казанцев призывают помочь аквалангистам очистить озеро Глубокое. Ежегодно по итогам уборки водоема удается вывести около 200 килограмм мусора. В Казани на месяц частично закроется движение по улице Адаратского. Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, ограничение связано с ремонтом сети тепловода. Госдума приняла закон, разрешающий забирать машину со штрафстоянки до оплаты эвакуации. Помимо этого, закон дает регионам право восстановления сроков и тарифов для оплаты эвакуации и нахождения автомобиля на штрафстоянке. В Набережных Челнах пройдет автобитва. Подобное шоу проводилось в прошлом году в Казани. Набирающий обороты экономический кризис подвел организаторов системы публичного велопроката в Казани. Проект «Велик» – 7 велосипедных станций в центре города, с большим размахом открытый 3 года назад перед Универсиадой, остановлен. В этом году прокат не начал работу после зимних каникул. Денег на это нет. Сколково инвестировал в казахстанскую инъекцию против диабета. Также поддержка была оказана со стороны Казанского федерального университета. Ярмарка вакансий «Биомедтех-2016» соединила кадры и индустрию. В качестве примера успешного ученого и бизнесмена назвали профессора Йошихида Хаяшизаки из Японского научно-исследовательского института РИКЕН, который курирует научные проекты в рамках сотрудничества РИКЕН с Казанским федеральным университетом. Казанский федеральный посетил именитый ученый и академик Александр Спасов. Исследователь также является проректором Волгоградского государственного медицинского университета. О том, как будут сотрудничать два учебных заведения, узнаешь далее. В ходе своего визита Александр Спасов встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, а также с представителями Химического института имени Бутлерова. Ученый отметил превосходную инфраструктуру и высокий уровень кафедры медицинской химии. Казанский федеральный и Волгоградский государственный медуниверситет будут сотрудничать в таких направлениях, как хемоинформатика и геномные технологии. В планах также проведение совместной школы молодых ученых. Я хочу сказать, что ваши коллеги сделали потрясающий шаг вперед в плане создания инфраструктуры, подготовки кадров. Те фундаментальные исследования, которые проводятся у вас, позволят нам скооперироваться в плане создания новых отечественных инновационных лекарственных препаратов. В наши дни вокруг экономики крутятся все события, поэтому стать экономистом – привилегия только самых дальновидных. Хочешь связать свою жизнь с экономикой, но боишься просчитать с выбором – отложи сомнения и смотри наш следующий сюжет.
Рассказывать об истории и достижениях Института управления экономики и финансов КФУ можно очень долго. Его не зря называют престижнейшим институтом Казанского федерального. К тому же он является одним из ведущих российских центров экономической науки. И именно там каждый получает высшее экономическое образование международного уровня. Начинающие специалисты готовы эффективно решать сложнейшие задачи менеджмента, финансов, кредита, бухучета и аудита. Не только на словах, но и на деле. Но наш институт имеет, я считаю, свою изюминку, потому что, готовя специалистов по территориальному управлению, мы занимаемся и географией, в том числе эконом-географией тоже у нас присутствует, и также природопользование и водопользование, а также ландшафтный дизайн. То есть вот эти вещи, которые развивают территорию. А то, что касается последнего, вы видите, как много уделяется в развитии городов теме парков, садов и водоохранных зон. То есть это все как бы тоже готовится у нас. В институте студенты ведут научно-исследовательскую работу по фундаментальным направлениям и проблемам рыночной экономики. Важно и то, что результаты их исследований находят применение в экономике и в практической жизни. Однако пополнить ряды будущих экономистов и бухгалтеров республики не так просто, как хотелось бы. Институт всегда отличался большим конкурсом. Поступить сюда смогут сильнейшие из сильнейших. Даже я, когда поступала в 81-м году, это было непросто. Конкурс всегда был достаточно высокий. И я думаю, что сокращение бюджетных мест в этом году также повысит конкурс. Ну, по бакалавриату я хочу сказать то, что всех интересует. 25 бюджетных мест на экономике, 25 бюджетных мест на менеджменте, 25 бюджетных мест на госмуниципальном управлении. Есть 20 мест на географии и 20 мест на природопользование, на природоводопользование. В общем-то, вот такие места. Уже давно не секрет, что поступить и выучиться на экономиста нелегко, но это того стоит. Специалисты в этой области по-прежнему остаются востребованными не только в России, но и во всем мире. Бухгалтеров хороших как не хватало, так и не хватает сейчас. То есть профессионал востребован везде. Вопросы трудоустройства решаются самими ребятами. Конечно, той системы распределения, которая была в советские времена, она отсутствует. Но все ребята у нас находят работу. И если человек не находит работу сразу после выпуска, это не говорит, что его не берут. Он просто, зная себе цену, подыскивает место. А особенно ребята со знанием английского языка, они, очень много наших выпускников работает в зарубежных представительствах, как то IKEA, Coca-Cola. Но это не значит, что они там на кассах, они не на кассах сидят, они работают именно в аналитических управлениях, в менеджерском составе. Сдать ЕГЭ на высокие баллы – это только начало сложнейшего профессионального пути. Будущему экономисту придется много работать с большим количеством информации, развивать экономическую память, научиться грамотно излагать мысли и доказывать свою точку зрения. Безусловно, обучаться в Институте управления экономикой и финансов КФУ – дело не из простых. Это образование значимо в обществе. И спорить с этим, конечно, не приходится. Аделя Мухаммедшина, Ильшат Хусаенов, Универньюз. Город Елабуга по праву можно назвать городом новых возможностей. На этот раз в нем стартовал важный проект «Школа школ». К участию в нем присоединяется все больше и больше желающих. Чем он так привлекает, смотри далее. 6 июня в Елабужском институте КФУ состоялось открытие 20-й международной научно-практической конференции «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы». Гостей и участников конференции от имени ректора Казанского федерального университета приветствовала директор Елабужского института КФУ. Она подчеркнула, что в КФУ уделяется особое внимание работе по привлечению молодого поколения в проекты по сохранению культурно-исторических ценностей. Мы с удовольствием подключились к организации работы этой конференции, потому что очень рады, что наши студенты, работая в рамках секции этой конференции, получат новые знания, новые компетенции. С музеем-заповедником, с Елабужским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником у нас очень хорошие и прочные связи, достаточно много проектов, которые уже вышли за пределы не только Татарстана, но и России, и очень много международных проектов. Это и международные Цветаевские чтения, которые раз в два года собираются здесь же, в этом уникальном актовом зале, в этом красивом нашем историческом здании. Это международные Стахеевские чтения, которые тоже проходят по определенному графику.
В рамках форума, который будет проходить на базе института до 10 июня, стартовала работа образовательного проекта «Школа школ». В этом проекте принимают активное участие слушатели детского университета, студенты и преподаватели Елабужского института КФУ. Основной целью проекта является создание мобильного аудиогида по Елабуге. Вот здесь уже нам помогли замечательные дети из группы детского университета. Дети совершенно необычные, совершенно чудесные. И они рассказывают с таким интересом о своем городе. И мы понимаем, что этот проект у нас получится, однозначно получится. И те истории, которые мы хотим рассказать о городе, они должны и обязательно заинтересуют всех гостей вашего города. Студентка детского университета Ксения Уткина уверена, принять участие в проекте необходимо хотя бы для того, чтобы как можно больше людей в России узнали, что Елабуга – красивый город с интереснейшей историей. Мы будем ходить по музеям и всяким достопримечательностям. И еще я принесу рисунок обязательно, чтобы можно было его вставить в наш аудиогид. Курируют работу слушатели детского университета студенты Елабужского института КФУ, которые также примут участие в создании аудиогида. Турист, гость города или, например, даже житель города Елабуги через специальное приложение на мобильном телефоне включает данную программу и может все абсолютно истории, легенды, различные исторические байки прослушать про Елабужский институт КФУ и именно его историю. Итоги проекта будут презентованы участникам конференции 9 июня. Аделя Мухаммедшина, Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, Универньюз. Сейчас мы расскажем вам небольшую кровавую историю. Нет, речь пойдет не о вампирах и даже не о страшных историях. О том, как студенты сдавали кровь ради спасения жизни, смотри далее. Передвижные станции переливания крови за последнее время обрели большую популярность. Это и удобнее, и интереснее, признаются доноры. Ведь станция на колесах оборудована всей необходимой аппаратурой. На этот раз мобильная станция прибыла в деревню Универсиады. Тут же создалась очередь, ведь, как оказалось, желающих сдать кровь немало. Так, например, Диляра, первокурсница КФУ, и она впервые решила сдать кровь. Первый раз, когда я сдаю кровь, и вот мне немножко страшно. Как бы пафосно звучало, это хороший вклад в общество, и мне приятно осознавать, что я могу кому-то помочь. Для того, чтобы стать донором крови, необходимо быть не только здоровым, но и отказаться от жирной острой пищи за день до процедуры. Помимо этих условий, есть еще некоторые нюансы. Приходите с паспортом, проходите сначала терапевта, обязательно осмотр, давление замеряется, пульс. Значит, вес, рост замеряется. Если вес ваш меньше 50, мы уже не берем. Вы не можете быть донором, потому как это, вес должен быть 50 килограмм и более. Значит, возраст от 18 лет и более. Чтобы спасти жизнь нуждающимся в крови, Диляра и ее сверстники заполнили необходимые анкеты, измерили давление, сдали анализы крови. Главное не забыть перед процедурой выпить чай с сахаром, чтобы спокойно перенести процесс переливания. Студенты, которые сдают кровь уже не первый год, подбадривают сверстников, делятся опытом с новичками и уверяют, что это совсем не страшно. Ну, отлично. Может быть, потому что я спортом занимаюсь, но у меня нет с этим проблем. То есть голова не кружится, состояние хорошее. Там как бы дают чай попить, если что. Ребята, сдавайте кровь, не бойтесь. Это очень классно, не страшно. Стать донором крови можешь и ты в любой ближайшей станции переливания крови. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Будь в курсе всех новостей с Универньюз. Пока!